Всем привет, с вами Комаров Виталий. Так, я недавно приобрел себе вот такую вот видеокамеру. Это сферическая видеокамера. Обзор на нее будет в конце видео, ссылочки. Обзор при том во всех таких разных ракурсах и так, как она снимает. Вот что она из себя представляет. Вот такая вот сферическая камера. Но в чем я был сильно удивлен, у нас, оказывается, до сих пор есть очень много людей, которые практически вообще не знают, как смотреть это видео. Они вообще не знают, что такое видео существует, сферическое видео. Сферическое видео, вот я два друга посмотрели мое видео. Один сказал, что за хрень заснял, а другой сказал, камеру повыше поднял, а тут твоего лица не видно. Блин, ну вот чисто вот пальцем вот так вот по экрану. Можно так провести, можно так провести. И видео будет крутиться, вертеться. Я не понимаю, ну... Я, конечно, понимаю, люди недалекие, но вот элементарно, даже когда вот ты открываешь это видео, ее видно, что оно сферическое. Там даже телефончик показывает, мол, поверни телефон туда, поверни сюда, подними наверх. Как это люди не понимают, я не знаю. Скажите мне, вот вы сами лично слышали о том, что есть сферическое видео на Ютубе, что его можно смотреть с любого практически смартфона? Я был вообще удивлен, когда мне два друга, два знакомых мне человека, два человека, которые знают, чем я занимаюсь, и мне говорят такое, ты, мол, камеру подними повыше. Но видео сферическое, чего его поднимать-то выше-то, я не пойму. Там пальцем взял вот так вот. Вот палец вверх-вниз можно поднимать. И видео, она будет вращаться вверх-вниз, вправо-влево. Вот так вот тоже его. Она будет у тебя поворачиваться туда, будет поворачиваться сюда. Вот куда ты пальцем поведешь, туда она и перемещаться будет. Вот я не знаю, я вот объясняю, как для дебилонов. Вот. Если вот палец вот так вот по экрану ведешь, то у тебя камера будет подниматься вверх. Как бы камера будет подниматься вверх. Вот палец вот так вот ведешь по экрану, хоп, у тебя видео будет вот так вот крутиться. Вот палец вот так вот берешь к экрану, раз, подносишь и проводишь. У тебя видео вот так вот будет крутиться. Еще раз, вот палец вот так вот сверху вниз, у тебя видео вот так вот крутится. Пальцем вот так вот снизу вверх, видео крутится вот так вот. Вот я надеюсь, вот такого вот объяснения будет достаточно. Напишите мне в комментариях, многие ли вы знали о том, что есть сферическое видео. Ребят, вот не до ржачки, я же был прям вот дико это слушать такое. Все. Смотрите мои видео. Распаковка вот этой самой сферической камеры. После также распаковку я снял этой сферической камеры так, как вот она есть, нормальной камерой я снял, и распаковка снята вот этой самой камерой, то есть вот это вот, я ее просто в телефон вот объясняю, я не знаю, зачем я объясняю, ссылочки все это будут. Вот эта самая камера, когда я ее достал, распаковал, вставил свой телефон, я телефоном снимал свой телефон, а этот телефон со сферической камерой снимал вот эту всю хрень, что вокруг него. Вот так вот. Короче, я не знаю еще, как объяснить. Разбирайтесь. Все ссылочки будут в конце видео.